Михайловка 2. Село в Панинском районе Воронежской области России. Входит в Дмитриевское сельское поселение. Образовано в середине 18 века. Называлось Ртищево. Село расположено в западной части Дмитриевского сельского поселения по берегам реки Ртищево. В 1859 году в селе было 11 дворов с населением 109 человек. В 1900 году 99 дворов с населением 815 человек. Общественное здание, земская школа, две крупорушки, мелочная и винная лавки. Здание школы до сих пор используется. В нем размещается 2-я Михайловская школа основного общего образования. Это самая старая школа в Панинском районе. В 1962 году институтом Росгипросельхозстрой был выполнен проект планировки и застройки села. В 2007 году в селе проживали 204 человека. В 2010 году 162 человека. Улицы, которые входят в состав села. Улица Институт связи, улица Октябрьская, улица Северная, улица Школьная, улица Южная. Во 2-й Михайловке родились герой социалистического труда Николай Федорович Муконин, старший мастер Воронежского механического завода Министерства общего машиностроения СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана Муконину Николаю Федоровичу присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». И заслуженный учитель Российской Федерации Нина Николаевна Доманина, с 1998 года по настоящее время директор ОГОУ «Мировский детский дом» Панинского района Воронежской области. Получила медаль за заслуги перед Панинским районом в 2011 году, а также нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» в 2006 году.